Ярко-оранжевые жилетки поднимают настроение, а синие куртки согревают холода, говорят рабочие. При полном параде, в руках пока еще сверкающий инструмент, дворники демонстрируют готовность номер один к снежному сезону. Почти 400 человек будут расчищать дворы и дорожки советского района зимой, чтобы пешеходы могли быстро, комфортно и безопасно бежать по своим делам. Ну, реакции разные, и ругают, и хвалят, и по-всякому бывает. Ну, когда и спасибо говорят, конечно, когда зимой особенно по асфальту ходят, бабульки особенно, хвалят, да, спасибо говорят. В советском районе 27 управляющих компаний. Самые крупные представляют районным властям свой настрой, а также ресурсы для предстоящей серьезной работы. Техника уже переоборудована на зиму. Сформированы бригады кровельщиков. Они уже прошли обязательную медкомиссию, потому что работы на высоте связаны с риском для жизни. Штат укомплектован, все оснащены и теплой одеждой, и инструментом. Кроме того, кровельщики обеспечены всем необходимым оборудованием, чтобы безопасно выполнять свою работу. С начала октября администрация города ежедневно проверяет готовность к зиме во всех районах. Позже будет общегородской смотр. Вот сегодня мы смотрим Советский район, завтра мы пойдем на Октябрьский район, до этого мы уже посмотрели Красноглинский район, Ленинский район, Самарский район. Так как районов у нас 9, естественно, через 9 дней мы закончим. Какой бы снежной ни была зима, настрой рабочий. Убирать снег будут ежедневно. На случай форс-мажоров предусмотрены резервные ресурсы. Даниил Лучко, Сергей Баскин. События.